Всем добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас мы находимся на пляже пансионата Гренада. Вдоволь накупались. Вода очень теплая, даже теплее, чем была днем. Небольшая волна. Чем мне этот пляж понравился? Значит, буи далеко, можно подальше заплыть туда. Если сильно жарко, можно быть целый день здесь. Вот зайти сюда, вот причал 217. И вот здесь можно в тени скрыться от солнца. Сейчас уже почти 7 часов вечера. Солнышко скрылось за тучи. Мы будем сейчас собираться домой. Пойдем поужинаем. Возможно, еще мы сюда придем после ужина. Все-таки почему мне нравится Лазаревская? Потому что здесь все-таки в субтропике. Совсем другой климат. Сколько раз я здесь был, никогда я здесь не обгорал. Ну, для страховки, конечно, принимал там крема разные от загара. Но очень редко. Просто в целях своей безопасности. Когда дочка у меня маленькая еще была. Вот такой вот здесь пляжик хороший. Все оборудовано хорошо. Несмотря на то, что уже почти 7 часов вечера, еще очень много здесь отдыхающих. Даже можно было бы еще чуть-чуть остаться здесь. Но уже пора ужинать. Есть здесь душевые кабинки, лежаки. Можно на камушках здесь расположиться. Раздевалки есть. В принципе, я такого не наблюдал, как вот там чуть дальше, там центральный пляж. И там большая очередь. Здесь можно спокойно переодеться. 2-3 человека, я не считаю, что это очередь. Все успокоилось здесь. Дядечка рекламирует свой товар. Набережная здесь красивая. Ну, туалет здесь платный. Хотя было видео, что мэр города сказал, что туалеты должны быть бесплатными. Для отдыхающих пансионата они бесплатные. Для всех остальных 20 рублей. Можно сказать, что море нас удивило. Мы из города уезжали, срывался дождик, специальная машина ТМЧС у нас по Ставрополю ездит, предупреждает о разных стихийных бедствиях, осадках. Ну, как видите, день удался прям сегодня. В общем, полон ее впечатлений. Вот, вот этот рекламирует товар. Я думал, сначала он под шафе.
Вот здесь много очень кафе, столовых. Прямо около самого моря. Здесь круизы, экскурсии. Рыбалка. Большой круг Хаши. Каньон прохладный. Джиппинг 900 рублей. Квадроцикл 2500 рублей. Рыбалка 3 часа с доставкой. 1000 рублей. Можно прекрасно вот здесь посидеть. Кстати, вот здесь в этом году мы вот здесь останавливались. И здесь вот прям сидели за столиками. Заказали кофе здесь. Просто посидели, наслаждались красотой моря. Шпажка 70, 150 рублей. Судак 100 грамм 80 рублей. Котлетки 75, куриные 70. В принципе, так как я путешествую по Ставропольскому краю, именно по Кавказским минеральным водам, я вам скажу, что это не очень дорого. Примерно такая же цена, как на Кавминводах. Дискоклуб Нептун. Сейчас мы пройдем. Посмотрим, что это за дискоклуб у нас. Ну, вся жизнь начнется, конечно, вечером, чуть попозже. Какая красота здесь. Что может быть прекраснее? Нужно взять бокальчик пива, просто посидеть, отдохнуть. Ну, сейчас мы еще сюда вернемся, конечно. Почему я, вот, в принципе, не люблю по путевкам ездить? Потому что получается трехразовое питание. И когда тебе еще хочется побыть на пляже, тебе приходится идти в столовую. На завтрак, там, на обед и на ужин. И как бы прерываешь свой отдых. Ну так, ну дальше мы не пойдем. Там звучит музыка. Уже не один раз мне предупреждения приходили, поэтому я не стараюсь бывать, чтобы не нарушать авторских прав. Ну, пожалуйста, шашлычок. Довольно-таки приличные кусочки, я вам скажу. Вот такая красота. Мы сейчас деньги с собой не брали, но обязательно сюда подойдем. А какая цена шашлыка, не скажете? Девушка, какая цена шашлыка? Что вам? Шашлыка, цена какая? 100 рублей за 100 грамм. 100 рублей 100 грамм. Сейчас мы подойдем, просто деньги не брали с собой. Прям большие такие куски у вас. Все, вечером это, конечно, я думаю, будет заполнено. Почему мы остановились именно в Лазаревском? Потому что все уже такие поселки мне надоели. Вот в Небоге мы были, в Небоге мне очень понравилось. Но опять же мы остановились в Агое. Вечером очень долго там ждать автобус или на такси ездить. Но потом я уже ездил на машине, конечно, туда. Там всего в пределах, кажется, 3 километра находится Небог от Агое. И потом здесь с Лазаревска можно в любое место поехать.
можно в Туапсе поехать и можно в Сочи Адлер поехать. Почему-то я принял такое решение, остановился именно вот в Лазаревском. Кстати, номер нам очень понравился. Огромная ванная комната, просто огромная. Плазма, телевизор, кондиционер. Комната не очень большая, но это просто номер. Там коридор, ванная комната и комната для отдыха. Уже дочка мне, наверное, заждалась. Пойдем, Машунь. Сейчас пойдем домой. В том году ничего не получилось здесь снять, но уже даже сейчас опять начинается. Звучать музыкой. На этом мы съемочку, наверное, прекратим. Очень хорошо сегодня прошел день.